про новый закон. Закон несовершенен, там очень много таких пробелов, которые нам не позволяют очень качественно регулировать популяции. Про затраты на пожизненный приют. Сколько мы тратим на какие категории людей, на поддержку, меры поддержки, и сколько на животных будем тратить? Вот для меня это тоже важный вопрос. Про расширение существующих приютов. Я не исключаю возможность, что объявим какой-то, знаете, такой элемент народного субботника для того, чтобы просто создать дополнительное количество мест для передержки. Про арест Петрюка. Там дальше надо очень серьезно еще со следствием разбираться, что стало причиной и так далее. Петрюк, извините, на Петрюка повесили, если это будет тавтология, всех собак. Просто на одного человека, который не обладает ни полным комплексом полномочий, ни ресурсом.